Самое красивое в Содружестве. В Армении идет подготовка к конкурсу «Мисс СНГ». За корону будут бороться 25 девушек, которые уже прилетели в Ереван. Как они готовятся, увидела Нуна Аганесян. Плотный график и ни одной свободной минуты. С самого утра у самых красивых девушек стран Содружества репетиция дефиле. Длится она 3 часа. В день X будет 3 выхода. В боди, вечернем платье и национальном костюме. Перед пароходом я спрашиваю у каждой участницы, а с чем у нее самой ассоциируется ее страна. Каждая из них произносит слово «гордость». Национальный костюм должен быть преподнесен публике именно с чувством гордости. Участницам от 18 и до 25 лет. Блондинки, шатенки и брюнетки. Настолько разные, что найти похожих невозможно. Объединяет их только одно – желание завоевать титул главной красавицы стран СНГ. Обычно это на конкурсах красоты это очень большая конкуренция, но тут я ее не чувствую, потому что мы как большая семья. То есть мы уже как-то все сдружили, мы помогали друг другу. Сегодня гладила своей соседке рубашку. Красавицы сейчас не только готовятся к конкурсу, но и прогревают аудиторию в соцсетях. Сегодня мой 9-й день пребывания в Армении. На конкурсе «Мисс СНГ» я представляю Республику Татарстан. За время пребывания в Армении у представительницы Татарстана выросло не только количество подписчиков, но и охват аудитории. Сейчас мне будет немножко стыдно, потому что я отстаю на 3 дня выкладывания контента. Его очень много. У нас очень много экскурсий, различных мероприятий, репетиций. И все так интересно, что хочется поделиться этим со всем миром. К конкурсу готовятся не только девушки. Задействованы десятки специалистов. Для выхода в вечерних платьях дизайнер Элла Амирханян день и ночь работает над нарядами. Юбки будут в едином стиле, а вот корсеты с изюминкой. На сборку одного уходит от 2 дней до месяца. Когда я их вижу, сразу видно, вот что подходит. Это все здесь подразумевается. И цвет волос, и цвет глаз, и цвет кожи. И даже когда они улыбаются, вот сразу понятно, какой цвет им подходит. Я как-то это изнутри чувствую. Параллельно репетициям, тренировкам и рекламным кампаниям девушки знакомятся с культурой и историей Армении. Нуна Аганесян, Тигран Гукасян, Мир 24. Конкурс «Мисс СНГ» в Ереване состоится уже в эту пятницу.